Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале Боумастер, и сегодня мы хотим объявить о нашем июньском розыгрыше призов, а также сообщить две очень приятные новости. Вообще, наш ролик можно кратко охарактеризовать, как в Боумастере стало дешевле. Вот. А что именно дешевле, сейчас мы разберем. А теперь о конкурсе. Приза у нас будет два. Это комплекты стрел Боумастер Патриот 20 дюймов. Карбоновые 6 штук и 12 штук. Кстати, на эти стрелы мы снизили цену, и теперь они стоят 220 рублей за штуку. Так что торопитесь, покупайте, пока не закончились. Розыгрыш будет 15 июня с помощью сервиса автоматического определения победителя по репостам записи на ВКонтакте. Вот, причем именно репостов, а не лайков, да, а то люди иногда ошибаются. Вот, ну, два призовых места, там уже как рассудит случай. Вот. А теперь, собственно, новости. Первое будет очень приятно нашим региональным подписчикам, вот, потому что теперь заказывать в Боумастер можно дешевле за счет доставки. Мы ее полностью переработали, вот, и теперь у нас нет фиксированной платы при использовании транспортных компаний, а мы ее рассчитываем на основе их тарифов, вот, и вы платите ровно столько, сколько берет за перевозку сам перевозчик. Да. Вот, а, например, отправить арбалет-пистолет в Саратов теперь стоит от 250 рублей. Вот, а практически все ножи по крупным городам европейской части России отправка стоит от 155 рублей. А при том, что сроки будут, ну, совсем не почтовые, а гораздо быстрее. Вот, согласитесь, это довольно приятный бонус. А как узнать сроки доставки в ваш город, да, и стоимость, мы сейчас подробно разберем. Первый вариант – это вы можете посмотреть стоимость и сроки непосредственно в карточке товара. Да? Здесь представлена информация именно для этого товара, на котором вы сейчас находитесь, да, на странице которого. Второй способ – в разделе «Доставка» у нас показана карта, ну, для такой усредненной посылки, которая чаще всего у нас и получается. Вот. Эта карта полезна для того, чтобы предварительно понять вообще, насколько вам удобно будет получать в каком-то из отделений перевозчика груз. И третий вариант, когда вы накидали товар в корзину, вот, и корзина прикинула, сколько они весят, какие габариты занимают, сделала расчет. Естественно, это все-таки примерный расчет, да, потому что сайт не может четко понять, как будет все это дело запаковано. Иногда упаковка увеличивает массу и габариты, вот, иногда наоборот что-то можно разобрать и более компактно сложить. Но чаще всего там разница не больше 50 рублей, поэтому ориентироваться на них можно. Ну и вторая новость. У нас поступление товаров в ToPoint. Вот, это аксессуары для блочных луков и охотничьи наконечники. Что будет особенно интересно, цены на них снизились. Вот, на некоторые артикулы до 30%. За счет того, что нам удалось оптимизировать логистику и привезти эти товары дешевле в Россию. Поэтому те, кто еще не обзавелся хорошим, но недорогим обвесом, вот, заходите к нам на сайт, смотрите, выбирайте. А тем, кто любит охотиться, вот, за пределами Российской Федерации, да, разумеется, обратите внимание на наконечники, вот, потому что стоимость, ну, действительно очень вкусная. Там есть пачки по 6 штук, которые стоят 650 рублей. Вот, то есть дешевле найти, но будет крайне сложно. Вот такие вот у нас новости, поэтому участвуйте в наших конкурсах, смотрите видео, заходите на сайт, у нас много всего интересного, вот, и до новых встреч!